Малейкум, братья и сестры. Я брат Абу Маатов. Я хочу сделать обращение, но я хочу попросить всех близких, которые хотят приехать на соболезнования, чтобы они воздержались, чтобы они на телефонном режиме как-то связались. Я бы не хотел дальше, чтобы эта пневмония распространялась. Вы знаете, каким трагедиям и каким тяжести перенес все мы эту болезнь. Прошу вас, воздержитесь на телефонном режиме. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бисмиллахир рахманир рахим. Случившийся уже даже такой ребенок, даже не словно, ну как обратиться даже, дорогие братья. Мы знаем, что вы нас уважаете, любите нашего брата, поэтому хотите, чтобы каждый присутствовал здесь, но мы просим вас, чтобы ограничили приезд, не по телефону соболезнованно сделали. Мы понимаем ситуацию, и мы в Дагестане знаем, какую ситуацию, поэтому мы просим вас соболезнованно произвести через телефон. Ассаламу алейкум, дорогие братья. Я как близкий друг Абдулманапа. В связи у нас очень серьезная ситуация еще в республике. Даже очень тяжело говорить тоже. И поэтому убедительная просьба всем ограничиться телефонами. Вы этим нам поможете. Поэтому большая просьба всем. Мы знаем, что вы все спортсмены, друзья, близкие, очень любите, уважаете Абдулманапа. Поэтому мы хотим от вас помощи сейчас. Пожалуйста, давайте ограничимся телефоном и поможем республике. Я очень благодарен и родственникам, и близким, и старейшинству за то, что они с пониманием относятся к той ситуации, которая сегодня есть в Республике Дагестан. Пандемия от нас еще не ушла. Эта болезнь еще существует, больные у нас в больнице поступают. В связи с этим, вот наше обращение, они услышали, родственники, огромное им спасибо, они тут же откликнулись и делают все возможное для того, чтобы ограничить посещение людей на фазиате и на похоронах нашего брата. Я не боюсь назвать, на самом деле он был истинный, мужественный и наш брат. Дало всем здоровье, он, видите, именно эта болезнь унесла его и многих других хороших людей.